Всем привет! Так, подскажите, как меня видно, слышно? Так, вижу огонечки, вижу плюсики. Мне уже нравится ваш настрой, что вы готовы сегодня разговаривать, разбираться с рынком труда, особенно для рекрутеров. В большей степени про IT-рекрутеров будем сегодня говорить. Так, ну давайте буквально минутку на подключение, на налить себе водички, на приготовить какие-нибудь, не знаю, блокнотики, ручки, чтобы фиксировать себе какие-то интересные мысли. И будем с вами включаться. Я надеюсь на вашу активность. Сегодня очень хочется не быть просто говорящей головой. Мы с вами быстренько сейчас проверим, есть ли звук, все ли хорошо. Запись у нас идет. Запись будет выложена, скорее всего, завтра, либо через несколько дней. Если вдруг у вас есть какие-то проблемы со звуком, вы обязательно пишите в чат. Мы с вами сможем быстро во всем разобраться, поправить и продолжить. Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Малова Ксения. Я руковожу в Отусе курсом Senior IT-рекрутер, преподаю на курсе IT-рекрутер, карьерный консультант в IT и на других курсах также являюсь экспертом. Вообще, я руковожу Академией IT-рекрутер. Мы тоже занимаемся IT-рекрутингом, преподаю в методологии. И, если честно, в IT-рекрутинге я уже более 6 лет. Я пришла в него еще до того, как IT было чем-то модным и чем-то, что является каким-то способом заработка в современности, и вот это так модно, и нужно обязательно приходить. Я в IT вообще случайно просто пришла работать в компанию менеджером по развитию персонала, и внезапно через год оказалось, что я вытянула счастливый билет, потому что я продолжила работать в IT-шке. Также я являюсь спикером конференций, таких как Index Source, HR-мастерские, метапы от Women Touchmakers, Join от HandFlow. Выступала также на Recruiter Norm, который был у нас в сентябре. И многих-многих других конференций, мастер-классов, можно сказать, завсегдатай открытых уроков Отуса. Вы могли меня здесь видеть на других темах. В общем, в целом, очень сильно люблю делиться полезной информацией с людьми. Также я являюсь консультантом рекрутеров из разных компаний, таких как S7, VK, SberDevices, Huawei, Absolute и многих других. У меня есть мой телеграм-канал, вы можете увидеть здесь на экране, как контакты. Я рассказываю про трудоустройство, про работу, про что происходит сейчас на рынке. Поэтому, если интересно, если хочется позадавать какие-то вопросы еще лично, можно прийти по этому телеграму и уже поспрашивать, позадавать вопросы, возможно, о каких-то точечных моментах, которые будем с вами сегодня обсуждать. Ну что, естественно, я надеюсь, что мы с вами сегодня будем активно участвовать. Да, как я говорила, не хочу быть говорящей головой. Хочу, чтобы мы с вами сегодня, возможно, в какой-то момент дискутировали, обсуждали, насколько тренды, о которых я буду сегодня говорить, вы с этим сталкиваетесь, насколько это на вас влияет. Я буду рада вашим вопросам в чате. Буду стараться отвечать на все вопросы после окончания блока, поэтому вопросы все вижу, могу ответить не сразу, но точно отвечу на все. Какой у нас с вами сегодня маршрут? Мы с вами поговорим про Отус. Для тех, кто не знает, что это такое, я расскажу. Затем мы с вами поговорим про то, как же изменился рынок в 2024 году, что мы ждем вообще от 2025 года с точки зрения рекрутинга, и что мы можем внедрять уже сейчас для того, чтобы быть в тренде. Я расскажу про наш курс IT-рекрутер, который стартует уже очень скоро. И мы с вами порефлексируем, вы поделитесь, как вам наш сегодняшний вебинар. Я попрошу вас заполнить опрос после вебинара. А сейчас я хочу познакомиться с вами. Пожалуйста, расскажите, какой у вас опыт работы в IT? Есть ли он? Есть ли у вас опыт работы в рекрутинге? И какая цель сегодняшняя у вас на это занятие? Кристина, добрый вечер.
Почему спрашиваю про цель? Потому что очень часто так бывает, что люди приходят, параллельно смотрят сериальчик, параллельно включен вебинар. Здорово, если вы поставите себе какую-то цель. Что вы сегодня хотите получить? Даже если это будет ответ на какой-то вопрос, это уже будет хорошо. Значит, после вебинара вы поймете, вы достигли этой цели или нет, и не потратили полтора часа времени зря. Поэтому, пожалуйста, представляйтесь в чате. Ну, имена можно не писать, я их, конечно же, вижу, но буду рада, если вы поделитесь своим опытом. Как давно вы в рекрутинге, как давно вы в IT? Может быть, вы в рекрутинге, но не в IT-шке. Наоборот, хотите в IT перейти, и вот у вас есть вопросы по этому поводу. А почему это важно? Потому что от того, какая у нас с вами сегодня аудитория, будет зависеть, насколько подробно нужно разбирать тот или иной момент в IT-рекрутинге и что-то пояснять. Вот. Патимат. В рекрутменте 1,5 года, в IT-опыта нет, цель получить больше информации. Ага. Патимат, подскажите, пожалуйста, вы в какой сфере наймом занимаетесь? Кого закрываете? И второй такой сразу вопрос. Больше информации про что? То есть такой, немножечко развернуть хочет цель, чуть подробнее в нее посмотреть. Больше информации про подбор? То есть вы сейчас в поисках, вы сейчас переходите, может быть, в IT и хотите понять, что вам учитывать, про что информацию хотите получить. Вот. Ну и, конечно, остальных тоже жду. Пожалуйста, представляйтесь. Вот, Виктория тоже, добрый день, добрый вечер, для кого-то добрый день. Учусь на IT-направлении, начинаю свой путь в рекрутинге, пришла с целью узнать, какие навыки. Какие навыки будут востребованы в 2025 году, скорее всего. Патимат, линейный персонал в основном. Ну, я тут, видите, скорее вопрос, то есть что за персонал, какая сфера, там может быть, например, масс-найм, а может быть какая-нибудь инженерия строительства, или это может быть медтех, да, или просто стоматологии, подбор врачей и так далее. Вообще просто интересно. Так, Анна, узнать новое, 3 года в IT-рекрутинге. Супер. Анна, будете сегодня нам помогать сверяться, насколько действительно на рынке происходит то, о чем я буду говорить. Да, Виктория, вижу ваш комментарий. Нужны, какие навыки нужны IT-рекрутеру, что сейчас изучать? Вот, Кристина. Занимаюсь этим подбором чуть меньше года, больше 3 лет, медицинским рекрутингом. Сегодня моя цель – получить ценную информацию на 2025 год. Какие будут тренды, чего стоит ожидать? Хорошо. Отлично. Спасибо вам большое за то, что представляетесь. Кто еще не представился, обязательно пишите. Вот, Марина, более 10 лет в IT, цель узнать новое в 2025 году. Отлично. Супер. Хорошо. Давайте начинать. Рада, что мы с вами познакомились. Смотрите, вы обязательно еще представляетесь, пишите. Я буду зачитывать, будем знакомиться, но мы с вами пока пойдем дальше. Потому что мне нужно обязательно рассказать вам про ОТУС. Для тех, кто не знает, что такое ОТУС. Изначально ОТУС задумывался как образовательная платформа, образовательный сервис для людей, которые уже с опытом, для лидов, для синьоров. Но в какой-то момент мы поняли, что запроса на получение профессии, на обучение людей начальным ступеням в той или иной профессии их очень тоже много. И мы решили расширить свою линейку курсов. И сейчас у нас есть авторские онлайн-курсы для разных уровней подготовки, от джуниора до лида. Что еще важно сказать? В ОТУСе есть образовательная лицензия, поэтому вы можете получить и удостоверение повышения квалификации, или диплом о профессиональной переподготовке, и также сделать налоговый вычет. Поэтому, если у вас есть такая потребность, вы можете написать в техподдержку и уточнить об этом более подробно, как это получить, какие документы нужны и так далее. У нас огромное количество курсов, более 130, начиная от программирования, информационной безопасности, заканчивая геймдевом, управлением, тестированием и так далее. Если говорить в цифрах, то, как я и сказала, больше 130 курсов,
более 600 преподавателей, которые делятся знаниями, и, что важно, делятся знаниями в онлайн, не в записи. То есть вы приходите и общаетесь с реальными людьми на курсах. И это очень ценно, потому что вы можете задавать вопросы, вы можете практиковаться здесь сейчас и получать какой-то фидбэк, а не просто смотреть записи и делать что-то без обратной связи. Мы уже 7 лет работаем и создаем для вас курсы, и у нас более 38 тысяч выпускников, которые прошли наше обучение. Если честно, я каждый раз смотрю на эту цифру и поражаюсь, потому что если представить 38 тысяч человек в одном месте, ну, это, наверное, какой-то неплохой город. То есть можно сказать, что мы обучили какой-то город полностью. И у нас более 500 тысяч IT-специалистов в сообществе, которые читают наши материалы, учатся и общаются на наших площадках. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас еще представления. Вот, Патимат дополняет: работу в кадровом, вакансии в работе разные, хотела бы понять, с чего начать. Угу. Хорошо. Итак, мы сегодня с вами будем говорить про тенденции на рынке IT и что ждет нас как рекрутеров в 2025 году. Наша с вами цель на сегодня, во-первых, мне важно, чтобы после сегодняшнего занятия вы понимали, как учитывать ситуацию на рынке, которая есть сейчас при поиске работы, если вы сейчас в поисках, понять, какие критерии нужны и на что обращать внимание для формирования какой-то общей картины рынка, и как мы можем сменить стратегию своего развития поиска работы, учитывая тренды, которые будут в 2025 году, которые можно наблюдать уже сейчас, и которые мы прогнозируем на 2025 год. Как это можно учитывать уже сейчас, чтобы что-то изучать, готовиться и входить в IT? Здесь важно сказать, что для продолжающих и для начинающих это будут немного разные советы, но я обязательно сделаю акцент на том и на том. Итак, какая же у нас ситуация на рынке труда сейчас и вообще была с января 2024 года? А прежде чем мы начнем говорить про тренды, которые были с нами весь этот год, давайте поговорим и немножко пообщаемся вот на какую тему. А подскажите, кто искал работу в этом году? Может быть, активно, может быть, неактивно. Может быть, у вас есть знакомые, которые искали работу. Вот напишите в чате. Вот, Екатерина, Ирина, Виктория. Угу. Отлично. Давайте не буду спрашивать, как давно. Естественно, в найме есть сезонность. Когда-то поиск, скорее всего, был более активный, когда-то явно были спады. Но, тем не менее, работу искали. Хорошо. Давайте тогда вот о чем поговорим. Что вы заметили? То есть заметили ли вы какую-то тенденцию? Например, самая такая тенденция, которая сейчас прогрессирует, мы не будем о ней много говорить сегодня, но я просто скажу, что срок найма, он очень сильно увеличился. Если мы говорим про то, сколько времени нужно было, чтобы трудоустроиться в 2020 году или в 2021 году, даже с учетом, что это был ковид, то сейчас эти сроки выросли в 2, в 3, в 4 раза. Это то, что замечаю я. Но, возможно, вы тоже что-то замечали. Может быть, вам стали чаще попадаться вакансии какого-то типа определенного. Может быть, вас чаще звали в офис. Меньше было вакансий на удаленке. Может быть, у вас появились какие-то новые этапы отбора. Очень много агентств. Угу. Жду третью неделю, когда оформят. Угу. Да. Может быть, еще что-то замечаете? Делитесь, пожалуйста. Потому что на самом деле тренды – это про то, что происходит с нами вот сейчас, вокруг нас. И постепенно это, благодаря нашему тренд-вотчингу, мы можем, собственно, это оформить. Какой-то тренд, сказать, вот это сейчас есть. Но на самом деле, если мы с вами будем просто чуть внимательнее смотреть на подбор, на то, что нам говорят люди, на какие-то
статьи, на аналитику, то все эти тренды, они очень хорошо считываются. Так, ну что, кто-нибудь что-нибудь еще замечал? Вот очень много агентств, долгое оформление. Да, действительно, это, ну, скажем так, не то чтобы это проблема, это особенность. И нужно понимать, что эта особенность может быть как конкретной компании, да, так и направления, например. Да, очень часто сложное оформление, если это, например, government позиции, да, то есть если это связано с работами, с какими-то госучреждениями, около госучреждениями, то есть там, естественно, бюрократия гораздо сильнее. Вот. Но это может быть просто... Медицинская тоже, да, у них тоже могут быть достаточно сложные КТПшные процессы, вот. Хорошо, давайте поговорим про те тенденции, которые увидела я, и которые, как мне кажется, возможно, 2025 год тоже будут распространяться. Первая тенденция, вы знаете, наверное, я уже не от одного рекрутера это слышал, какой-то крик души о том, что очень много вакансий, которые требуют возвращения в офис. Когда мы начинаем развиртуализироваться, когда мы уходим с удаленки и возвращаемся на гибрид или в офис, я все чаще стала это замечать в 2024 году. И мне кажется, что в 2025 году это продолжится. Сейчас мы видим очень большой тренд и на мировом рынке, что у нас сейчас есть прецеденты и с Амазоном, и с другими крупными компаниями, которые возвращаются в офис, они могут стать толчком к тому, что многие компании будут возвращать своих сотрудников. Естественно, нужно понимать, что это относится не к 100% компаний. Если у вас компания и команда в целом, она находится в разных городах, то... Естественно, это может быть, это может остаться так, как и есть. Это может остаться и быть удаленкой. Но все чаще я замечаю, что рекрутеры все чаще начинают возвращаться в офисы. И сколько бы я, например, собеседований не проходила для поддержания какого-то тонуса, я могу сказать, что очень много приглашений именно по городам, по офисам. Ну, естественно, Москва, Питер мы здесь с вами не смотрим, потому что ну, там просто больше вакансий. Но очень много офиса, очень много возвращений и ухода от удаленки. Нужно ли обсудить, почему? Или вы понимаете, почему это происходит? Нужно ли нам это обсуждать? Угу. Хорошо. Виктория, непонятно, нужно обсудить. Хорошо, давайте быстро мы этот момент обсудим, почему так происходит, и перейдем с вами к следующим тенденциям. Почему мы возвращаемся в офис? Первая основная причина, когда у нас с вами был ковид. Мы все с вами, естественно, ушли на удаленку принудительно. Когда мы ушли на удаленку принудительно, не у всех компаний была возможность делать это продуктивно. И никто не умел, никто не знал, что с этим делать. Все работали, и в какой-то момент те люди, которые начали замерять продуктивность, которые начали смотреть, как у нас вообще происходит выполнение задач, качество, возвратность и так далее, поняли, что работа на удаленке, она превращается в менее продуктивную, от 20% снижается продуктивность. И проблема в том, что люди, которые всегда работали в офисе, не знают, как на это влиять, будучи на удаленке. Они знают, как это делать, когда все вот они под боком в open space. Но когда люди на удаленке, вы не можете проконтролировать, что кто-то сказал, что он работает, а он уехал в больницу, на спорт или еще что-то. Из-за того, что компании не могут это контролировать, у них нет инструментов, они просто не знают, что с этим делать, они принимают решение, что нам нужны люди поближе. Мы будем с ними работать в офисах. А это также может быть связано и с какими-то финансовыми затратами по оснащению техники, по отправке этой техники, по очень большой проблеме, что компания внезапно узнает, что человек релоцировался и об этом не предупреждал, и сейчас он вообще находится не в России. И, естественно, это тоже может быть большой проблемой.
потому что человек становится налоговым резидентом другой страны, и, возможно, с ним просто не имеют права больше сотрудничать. Что касается рекрутеров. Очень часто, и мы будем очень много говорить про это сегодня, что компания сложно оценивать качество работы рекрутера и HR, потому что чем он занимается? Вот чем он занимается? Ищет контакты, ищет кандидатов, проводит собеседование, но как будто, глядя на 8-часовой рабочий день, такое ощущение, что это занимает не очень много времени. И контролировать рекрутеров тоже очень сложно, потому что люди просто не знают, чем мы занимаемся. И, естественно, первое, о чем появляется в головах основателей или руководителей, что рекрутеров нужно вернуть. Они должны смотреть за командой, они должны наблюдать, они должны влиять на вот эту вот экосистему компании и быть поближе. То есть, естественно, есть и объективные причины, когда мы понимаем, что, ну, мы не говорили, что мы всегда будем на удаленке. Мы ушли, мы сделали свои дела, мы возвращаемся. Но иногда возвращение в офис – это и правда очень субъективные такие моменты, просто потому что компания не может контролировать и влиять на продуктивность, когда люди находятся и работают удаленно. Вот, что с этим делать? Естественно, ну, нужно подстраиваться под реальность, в которой мы есть. Правда, появляется очень много вакансий, которые в офисе. Но вакансии с удаленкой, они, ну, никуда не деваются, они тоже есть. И здесь, естественно, из-за этого тоже поиск будет увеличиваться в сроках. Вакансий в офис появилось больше, вакансий на удаленке меньше, ну, пропорционально стало. И, естественно, все люди хотят на удаленку, и конкуренция на вакансии вот на удаленке, она повышается. И, естественно, нужно искать дольше, нужно продавать себя лучше и так далее. Вот, объяснила? Если понятно, можете поставить плюсики. Угу. Супер, спасибо. Дальше, следующий тренд, на который я также обращаю внимание. Продвинутый поиск у нас сейчас в приоритете. Очень часто я стал, особенно в IT-рекрутинге, очень часто я сталкиваюсь с тем, что IT-рекрутеры, даже когда я была кандидатом, они умеют работать только с хедхантером. Больше рекрутеры ни с чем работать не умеют. Они не умеют работать с настройкой фильтров, они даже не умеют работать с настройкой продвинутых фильтров на хедхантере. Они не умеют работать с сорсингом, они не умеют работать с асинк-технологиями, с поиском контактов и так далее. То есть мы превращаемся просто в администраторов сайта, которые выгружают отклики, либо выгружают какое-то резюме. И важно понимать, что в 2025 году продвинутый поиск будет в приоритете. И в 2024 году сейчас я тоже сталкиваюсь каждый раз, и когда к нам приходит кто-то за выпускниками, все просят людей, которые умеют круто сорсить, которые умеют искать персонал, которые не просто могут закинуть вакансию в Telegram-чатик и не просто могут закинуть вакансию на Хабр-карьеру или на HeadHunter и ждать откликов, а которые умеют искать с помощью продвинутых источников, с помощью нетривиальных каких-то сайтов и могут это все реализовывать. Если вы задаетесь вопросом, чему учиться сейчас для 2025 года, чтобы быть более конкурентоспособным, посмотрите на продвинутые способы поиска, посмотрите на сорсинг и вообще в целом посмотрите на поиск контактов, на скраппинг и на сбор различной информации из разных источников. Далее. Какая еще проблема есть у рекрутеров? Помимо того, что рекрутеры просто работают на HeadHunter, еще я замечаю такой тренд, что рекрутеры перестали проводить качественную оценку на собеседовании, качественную оценку компетенций, скиллов. У нас превратилось собеседование в интервьюирование, в подкастинг. Мы просто с кем-то поболтали, что-то записали, пошли, передали это заказчику, возможно, даже передали не так, как нужно. А у нас был опыт тайных кандидатов, когда мы с заказчиком общаемся, мы знаем, что сейчас должен быть собес, меня собеседуют, заказчик меня знает, и рекрутер приходит с обратной связью, которая никак не
мэчится с тем, что было. И, естественно, я тоже даю свой фидбэк заказчику и говорю, что нет, я не говорила этого, нет, вот этого тоже не было. То есть мы сталкиваемся с тем, что рекрутеры не могут грамотно оценить вообще компетенции, которые они видят. Максимум они прочитали книжку Светланы Ивановой «Оценка персонала» и поняли, что есть проективные вопросы, и стали их пихать куда-то. Но как оценивать, как задавать вопросы, как отрабатывать возражения и как вообще проводить качественную оценку кандидата, рекрутеры не научились. И все больше я сталкиваюсь с тем, что особенно рекрутеры на позициях не очень высоких, то есть это позиция первичного отбора, они просто болтают, лишь бы поболтать, лишь бы закрыть себе, поставить галочку в KPI. Это не очень хорошо. И с точки зрения бренда компании, и с точки зрения в целом развития этого человека, потому что, ну, это очень плохо с точки зрения рекрутинга, потому что я как руководитель департамента рекрутинга, я могу сказать, что рекрутер — это не просто человек, который задает вопросы. Это человек, который должен уметь эти ответы интерпретировать. Мы сейчас с вами не говорим про технические вопросы. Мы не говорим с вами, что мы должны приходить, спрашивать, как вы реализуете переворот экрана на андроиде, как вы справляетесь вот с этим, как вы работаете с вот этими технологиями, вот с этими фреймворками. Мы сейчас об этом не говорим. Хотя я скажу про это, про тенденцию в 2025 году, но это будет чуть позже, такая затравочка. В общем, обратите внимание, пожалуйста, насколько вы правда понимаете, зачем вы задаете вопросы на собеседование. Зачем вы спрашиваете конкретно этот вопрос? Чтобы что? Что вам этот ответ даст? Как он поможет вам сложить впечатление о компетенции кандидата? И вы же понимаете, что вот мы здесь сами становимся заложниками. У нас есть рекрутеры, которым просто надо что-то поспрашивать, которые не спрашивают тебя вообще о твоем опыте. И этот кандидат идет, и в соцсетях, в публичном пространстве начинает говорить о том, что вот, рекрутеры не нужны, они ничего не понимают, мне ничего не спросили, со мной пообщались 10 минут, и меня еще как-то пошли продавать. То есть тенденция на то, что рекрутеры в большинстве своем перестали проводить качественную оценку. Если вы замечали это, когда проходили собес, вы можете написать в чат. А мы сейчас говорим только про IT-рекрутинг. Массовые позиции здесь мы вообще не берем в расчет. Там совершенно другие стратегии поиска персонала. Там не может быть качественной оценки, потому что вы вакансию не закроете. На массовых позициях мы работаем на количество. И здесь, естественно, мы не можем говорить о том, что на собесе человека, который должен, я не знаю, подметать улицу или, не знаю, быть сторожем или еще что-то делать, мы должны сидеть и задавать ему вопрос и оценивать его компетенцию стрессоустойчивости. На массовых позициях это не работает. Мы сейчас говорим только про IT-рекрутинг. Вот, это важно. Естественно, на массовых позициях так и будет, потому что иначе планы по найму не выполнятся. Когда вам нужно закрыть одного девопса, это одно. Хорошего девопса в классную компанию, да, в офис, но с классными плюшками и зарплатой. И когда вам нужно закрыть 50 каких-нибудь шахтеров, это совершенно другое. Там о какой-то оценке супер глубокой речи быть вообще не может. Поэтому если сталкивались с такой проблемой у рекрутеров, либо, может быть, замечали это за собой, тоже можно пометить. Здесь важно понимать, что такой момент. Это нормально, если вы понимаете, что вы не можете качественно оценивать людей на собесах. Важно себя не обманывать, что я даю какую-то комплексную оценку кандидатам, и даю объективную оценку и расшифрованный какой-то фидбэк заказчику. Это нормально, это уже 50% решения проблемы. Вы уже понимаете, в чем проблема. Вы можете в это место пойти и поучиться. Поучиться задавать вопросы, поучиться интерпретации. Вот. И это уже хорошо, если вы про это знаете.
Вот вижу комментарий от Кристины. Я обычно переписываюсь с IT-кандидатами, они не очень идут охотно на созвон. Я в этом деле новичок. Это абсолютно нормально. Айтишники не очень любят болтать. Я, ну, стараюсь, естественно, звать на какую-то беседу в телеге. Может, ну, мы никогда айтишникам не звоним без предупреждения. То есть даже вот отличие от массового, да, вы можете просто брать телефон и звонить людям. В IT это, ну, это безумный моветон, вас заблочат, и, скорее всего, пойдут, расскажут, что это делать нельзя ни в коем случае. Мы никогда без предупреждений не звоним. Вот. Правда, могут идти неохотно на созвон. И потому что в целом не очень кайф общаться, и, может быть, не сильно актуален поиск. Такое тоже может быть, потому что айтишник, который в поиске, он сразу... Вот вам мой календарь, поставьте, забукайте себе слот и так далее. То есть они вообще очень прошаренные в этой теме. Вот. Но, конечно, нужно завлекать, нужно уметь продавать идею, пообщаться на будущее хотя бы, чтобы быть в контакте. Но для новичка это вообще абсолютно нормально, что вы с этим сталкиваетесь. Давайте идти дальше. Очень часто то, что я вижу сейчас в IT-рекрутинге, что у нас снижается порог входа, потому что много появилось образовательных курсов, и это одна из профессий, которая не требует написания кода, и люди, для людей она очень стала привлекательной, потому что тестирование и, например, project management — это все-таки такие профессии, в которых конкуренции еще больше, и поэтому порог... он немножечко снижается в том плане, что сейчас это более привлекательно становится для всех. И очень многие компании готовы самостоятельно обучать рекрутеров. Например, есть компания Surf. Они проводят обучение для рекрутеров и берут себе потом в штат. Это хорошо с точки зрения, что вы сразу получаете работу. Но, с другой стороны, возможно, вы не хотите работать именно в этой компании, и вас учат именно тому, как у них принято. А мы не можем гарантировать, что это, ну, must have, что это правильно. Это правильно, это работает только в их компании. Как вы потом будете на рынок выходить после них, это вот непонятно. Но в целом порог входа снижается. Еще один важный тренд, собственно, он и сейчас с вами. У нас с вами здесь проявляется, и, возможно, вы подтвердите это в чате, тенденция на overemployment. Знаете ли вы, что такое overemployment? Можно поставить плюсики или минусики в чат, чтобы я объяснила. Возможно, кто-то пошел гуглить. Поделитесь, пожалуйста. Знаете, не знаете, что это? Давайте мне хотя бы один минус, и я буду рассказывать, что это. Возможно, кто-то переводит сейчас с английского. Ну хорошо, давайте я в любом случае расскажу. Overemployment – это тренд на несколько работ. Когда мы с вами работаем на основной работе, у нас есть подработка. Как это проявляется у рекрутеров? Мы с вами проводим карьерные консультации. Я, например, тоже представитель этого тренда. Я преподаю, помимо основной работы, еще в разных онлайн-школах. Мы с вами, особенно эти рекрутеры, могут работать на фрилансе в параллель со своей работой. И это, правда, стало очень большим трендом в 2024 году. И, скорее всего, в 2025 году это тоже будет продолжаться. Это будет увеличиваться и расти. Вот, поэтому если вдруг вы тоже замечаете, что стало много людей, у которых есть не только одна работа, но и подработки, то можете поставить реакции в чат, плюсики. Возможно, у вас есть подработка. Вы на фрилансе кого-то закрываете. Угу. Вот, патимат. Угу. Спасибо большое. Это не обязательно должно быть постоянно.
да, то есть у вас могут быть кандидаты, вы можете куда-то рекомендовать, получать за это какие-то выплаты. Вы можете где-то преподавать, вы можете проводить карьерные консультации. Это все вот сюда. Это такой, знаете, очень неоднозначный тренд, потому что работодатели никогда не смогут этого принять. Для них это всегда такой красный флаг, когда у нас с вами есть несколько работ, с этим нужно быть осторожными. Но, с другой стороны, это и хороший буст для нас с вами, для реализации и для финансовой какой-то подушки. Тихие увольнения. Не только в рекрутинге, но и вообще в целом по рынку мы с вами можем видеть, что человек не говорит до последнего о своем увольнении, он не говорит о том, что ему что-то не нравится, он просто работает и затем тихо уходит. В рекрутинге я тоже это замечаю. Когда у меня есть несколько рекрутеров, с которыми я общаюсь, и очень-очень часто такая ситуация, что работодатель не знает о том, что рекрутер увольняется. Он ищет, он общается, он нетворкает, и в какой-то момент, когда он получает предложение, он приходит с этим оффером к своему работодателю и говорит, что он уходит. Такая тенденция тоже есть. К сожалению, я как человек, который работал в основном в инхаусе, могу сказать, что в инхаусе это очень частая история. Не могу сказать, что это, ну, распространено в кадровых агентствах. Хотя в большинстве своем, конечно, там текучка будет повыше, чем в инхаусе. Я думаю, что понятно, почему. Вот. Дальше. Отсутствие понимания различий профессий на рынке. Вот тут, не знаю, попаду ли я в вашу боль, но в мою боль это попадает постоянно. Что мы видим на рынке? Давайте так. Кто из вас хотя бы раз сталкивался с тем, что когда он находит вакансию на HeadHunter, название этой вакансии не совпадает с задачами, которые нужно будет делать? То есть компания хочет найти себе человека, например, HR-менеджера, но в задачах только подбор. Вот сталкивались ли вы с чем-то таким? Угу. Вот кто ставит плюсики, будет круто, если поделитесь вообще, что была за история, может быть, кратко. Потому что, смотрите, в чем проблема? Российский рынок не понимает в большинстве своем, что у нас разные профессии, что мы вообще-то есть сорсеры, ресерчеры, рекрутеры, talent acquisition manager, что у нас есть IT-рекрутеры, что у нас есть HR-генералисты, что есть просто HR. И в какой-то момент мы просто все стали HR-ами. Мы стали HR-ами, стали рекрутерами, стали менеджерами по персоналу, и на нас пытаются навесить абсолютно все задачи, потому что они не понимают, что это разные профессии. Это раз. А второе, мы здесь с вами не исключение, потому что наши заказчики всегда любят искать единорогов, которые и чтец, и на дуде, и грец. В рекрутинге это то же самое. Зачем нанимать отдельного HR, который в целом не должен заниматься подбором, он должен заниматься только развитием персонала и human resources. Давайте просто напишем, что он HR, он будет заниматься в 90% подбором и в 10% будет делать адаптацию. Это рекрутер или HR-генералист, но не просто HR. И вот в этом проблема. А проблема в чем? Во-первых, у нас с вами появляется такое ощущение, что на рынке происходит какой-то трэш. То есть нормальных вакансий нет. А они есть, они просто называются неправильно. Из-за этого нам приходится смотреть вообще практически все. Мы не мэчимся по названию. Рекрутеры, которые просто интервьюируют, не могут нас позвать, потому что не понимают, что мы подходим на эту вакансию, просто могут кидать нам отказы. Естественно, это проблема. И проблема в том, что команде, компании невозможно это объяснить. Когда я говорю, что я рекрутер, никто не понимает. Когда я говорю, что я HR, все понимают. Хотя задачи у этих людей абсолютно разные.
И, к сожалению, на рынке в 2024 году это так. Я бы очень хотела, чтобы это поменялось в 2025, но, скорее всего, нет. Этого не изменится пока что. Что интересно, вот буквально сегодня видела вакансию аналитика Executive Search. Очень интересная позиция. Я подумала, блин, какие там, наверное, интересные вакансии, какие интересные задачи, наверное, у человека, который должен анализировать подбор подобный. Ну что вы думаете? 60% задач в этой вакансии – это проведение собеседований, это умение искать персонал и поиск персонала, и пару задач в стиле анализ воронок и там, введение дашбордов. Ну, это же рекрутер. Мы просто описали человека, который работает в кадровом агентстве. Это не аналитик, executive search. И это, к сожалению, большая проблема. Это то, что происходит сейчас на рынке. Поэтому, когда вы открываете вакансии, во-первых, не смотрите на название, смотрите на описание позиции. Это и для вас важно, потому что называться вы можете как угодно. Смотрите, чем вы будете заниматься. А во-вторых, ваша статистика поиска, она в целом, ну, вы видите, знаете, как вы открываете, например, IT-рекрутер, вы видите 30 вакансий. Вы думаете, блин, как мало вакансий на рынке. А вы откроете HR-менеджера. Если у вас там 70% совпадения по задачам, то это тоже вам подходит. Это тоже туда же в вашу копилку. Поэтому туда тоже можно откликаться. Вот. Это что касается тренда на понимание профессий. И еще один тренд, который мы заметили, что он расцвел в 2024 году, и, скорее всего, он будет продолжаться в 2025, будет усиливаться, это тренд удержания. Что поиск – это хорошо, но сейчас глобально рынку нужно удерживать персонал, который есть. Потому что его приходят перекупать, и удержать человека дешевле, чем нанять нового. Я думаю, что вы понимаете, почему. Проще доплатить человеку 30 тысяч в зарплату, чем заново искать человека 3 месяца. Вот. Поэтому здесь на что важно обратить внимание рекрутерам, которые будут искать работу, и вам. На выстраивание долгосрочных отношений с кандидатами. На выстраивание доверительных отношений с кандидатами, на развитие своего собственного резерва кандидатов, с которыми вы общаетесь, к которым вы можете прийти. Неважно, в какую компанию вы уходите, работаете вы на фрилансе, работаете вы в одном кадровом агентстве, уходите вы в другое кадровое агентство. У вас есть кандидаты, ваш вот резерв, с которым вы работаете, и к которым вы всегда можете прийти и предложить им эту вакансию. Понятное дело, что рекрутер в кадровом агентстве вряд ли сможет как-то влиять на удержание. Но важно понимать, что если вы пойдете работать с HR-менеджером, скорее всего, это то, чему вам нужно будет учиться. Если вы решите расширить свою профессию, заниматься не только подбором. Вот если вы поймете, что все-таки хотите потрогать еще и HR, первое, что вы должны изучать, это то, как удерживать персонал, то, как грамотно проводить онбординг и как его оценивать. Это вот must-have, который точно нужно изучать, если вы смотрите в HR. По-другому не получится. Особенно с учетом нашего любимого первого тренда – возвращения в офис. Сейчас пойдите попробуйте senior DevOps сказать, что нужно вернуться в офис. Он уже через час вам новый офер принесет, скажет «до свидания». Поэтому это то, на что важно, правда, обращать внимание, и на что в 2024 году многие сделали ставку. Это что касается того, что у нас с вами происходило в 2024 году. Напишите в чат, согласны, замечали, возможно, есть какие-то вопросы, потому что мы с вами дальше будем говорить, что же нужно прокачивать в 2025 году. Если вопросов нет, можно поставить минусы. Хорошо.
Ну что, давайте поговорим, что же нам нужно прокачивать в 2025 году. Основываясь на тех трендах, про которые я говорила, что будет продолжаться и что, возможно, будет новое, тоже сейчас об этом поговорим. Смотрите. Все больше в IT-рекрутинге ценится и будет цениться понимание технического стека. Это не равно писать код. Это не равно взять его GitHub, посмотреть и сказать, он нам подходит. Это значит, что вы понимаете, что, глядя на список технологий, что вот эти технологии, почему они стоят вместе? А какая из этих технологий, возможно, может и не быть указана? Да? Например, как часто указывают зачем-то в стеке Git. Зачем? Все в нем работают. Все равно, что указывает Microsoft Word. И вот это очень важно. Понимать и правильно задавать вопросы по этому стеку. Да? Правильно снимать заявку по стеку. Понимать, про какие технологии вы можете спрашивать, что они взаимозаменяемые или нет. А почему у нас здесь, например, Grafana и Prometheus, что из них обязательно, что нет. А почему у нас это вместе или так далее и тому подобное. Или, например, когда вам пишут, что мы ищем Node.js-ника, вы понимаете, что это, ну, явно там какие-то дополнительные технологии нужны. Не просто Node.js, а что еще? Если это фуллстек, ага, хорошо. Ну, понятно, что JS это будет фронтовая часть. Нода, скорее всего, это вот там все бэкэндерское. Что-то еще есть и так далее. То есть понимание, как это устроено, за что отвечает технология, почему ее используют, да, почему мы Go язык используем на микросервисах, да, почему мы не используем другие языки. Это не значит, что вы должны знать эти языки, но вы должны понимать, разбираться и изучать очень много, задавать вопросы разработчикам. Я, когда начинала, я была вот глупышкой, которая не понимала вообще, что такое фреймворк, что такое библиотека, чем они отличаются вообще. И мне, извините, приходилось, ну, я просила приводить примеры на собаках, на пельменях, на кружках, на чае, потому что я не понимала ничего. Но это было давно. Сейчас, естественно, я сама также это все объясняю. И, кстати, понимание мне пригождается и на собесах. Потому что на одном из собесов меня попросили простым языком объяснить, чем библиотека отличается от фреймворка. Я собесилась на сеньорскую позицию. И я спокойно объяснила. Потому что я понимаю. И это важно для IT-рекрутера, потому что вы не просто знаете, в какой момент слово нужно употребить. Вы понимаете, о чем вы говорите. И, глядя на стек, для вас это не просто глухие слова, которые вы вот, ну, да, вот пусть они тут будут. Для рекрутера это очень-очень важно. Начинать погружаться немножко в технический стек. Когда вы работаете на проектах, естественно, вы не можете погружаться во все сразу. Если вы закрываете мобилку, если вы закрываете андроидеров, айосеров, если вы закрываете кроссплатформу, в этом нужно развиваться, про это нужно изучать. Как это работает, почему, там, как работает Flutter, как он, почему он работает не только с Dart, почему он работает с другими какими-то языками и так далее. И тогда вы будете более конкурентоспособны. Поэтому если у вас сейчас есть вакансии в работе, какие-то технические, или вам интересны какие-то технические вакансии, или вам интересен в целом технический мир, пройдите хотя бы минимальные какие-то базовые курсы про программирование. Без программирования, просто про понимание для детей, я не знаю, для самых начинающих. Просто чтобы понять, как это работает. Вам потом будет не так страшно с ними разговаривать. Самый большой страх – пойти на собес с айтишником, и он поймет, что я ничего не знаю. Так я ничего и не знаю. Как можно понять того, что и не является в действительности. Поэтому важно изучать, задавать вопросы. Даже могу сказать, что я как-то на собеседовании могла у кандидата спросить, сказать, слушайте, вы знаете, у меня все время был вопрос, можно я задам его вам? Вы работаете вот в такой-то технологии. А почему вот это важно вам в работе? Во-первых, я смотрю на то, как реагирует кандидат, и я смотрю на то, как он умеет это объяснять. Ну и в целом просвещаюсь. Например, я однажды просто
поговорила про версионность с айосником, и меня никто не убил, и никто не сказал, что я глупая. Я просто спрашивала про упоминание версионности в вакансиях, насколько это ему важно, насколько для него это не зашквар, когда пишут версионность работы языка или какого-то расширения фреймворка и так далее. Вот. Это первое, на чем стоит сделать акцент. Дальше. Как и сказала, даже не буду здесь долго останавливаться. Освоение продвинутых способов поиска. Сорсинг, асинт, скраппинг, парсинг. Смотрите, что это такое. Гуглите. Пробуйте самостоятельно. Скачивайте расширение. Пробуйте парсить. Пробуйте скрапить данные. Пробуйте сорсить. Пробуйте сорсить с поиском контактов. Вот эти все детективные методы поиска. Пробуйте. Потому что кандидатов на рынке классных не много, особенно с учетом конкуренции. Нам нужно уметь их искать. Это огромный плюс, это невероятный буст в поисках работы. Если вы у себя в резюме пишете Boolean Search, X-Ray и другие-другие какие-то способы продвинутого поиска, это сразу приглашение на собес, потому что если вы знаете, как это работает, то это супер. Вы сразу выше на голову всех людей, которые знают только слово HeadHunter. Этому нужно учиться. Единственный минус. Ну как, для меня, как для работодателя, плюс, но для кандидатов минус. Если в тестовом по рекрутингу еще можно как-то юлить, еще можно как-то какие-то вопросики придумывать, нагуглить, то сорсинг очень сложно нагуглить как тестовое. Потому что в интернете чаще всего не актуальная информация. Если вы находите статью 2020 года по сорсингу, скорее всего, это уже не работает. И в сорсинге очень сразу видно, понимаете ли вы или не понимаете, как это работает. Потому что есть операторы, которые мы используем, и которые не используем. Правильное написание, правильная логика. Поэтому, если вы учитесь сорсингу, лучше либо искать ментора, либо искать проверенные данные, которые современные, 2023 край, 2024 обязательно. Вот. Ну и, естественно, учитесь на курсах, смотрите, есть ли на курсе блог по сорсингу, и тоже приходите, учитесь обязательно. Дальше. Навыки самопрезентации и продаж. Очень часто рекрутеры не умеют себя продавать на собеседовании. Очень тяжело собесить рекрутеру, потому что мы вроде бы понимаем, что надо отвечать, и вроде бы понимаем, зачем нам эти вопросы задают. И нам кажется, что ну и так все понятно. Но рекрутеров очень много. И нам с вами нужно правильно продавать свои результаты. Поэтому, пожалуйста, как можно больше вытаскивайте из своей работы цифр, результатов, достижений. Обязательно. И всегда правильно указывайте это все в резюме. Потому что я очень часто видела резюме рекрутеров, которые писали «полный цикл подбора». Что это такое? Что такое полный цикл подбора? Полный цикл подбора — это может быть с онбордингом, не знаю, без онбординга, что ты там делал, заявку ты снимал, общался ты, не общался. Непонятно вообще. Вот. Поэтому учитесь себя продавать, учитесь продавать свои результаты отдельно просто. Пожалуйста, боритесь с синдромом самозванца, потому что у меня как-то на карьерной консультации была девочка, которая закрывала 15 вакансий в месяц. И ей на работе говорили, что это мало. Мало. И она говорит, вот, я не знаю, могу ли я идти искать работу, мне кажется, у меня очень плохие результаты. И я сидела просто вот с такими глазами на нее смотрела, говорю, ты с ума сошла? Говорю, во-первых, увольняемся, как получаем офер. Говорю, во-вторых, у тебя идеальные результаты. Невозможно вести больше 5-7 вакансий в параллели в IT-рекрутинге без потери качества. Ты ведешь 15, ты просто уникум. Тебя сейчас, ну, ее реально очень быстро забрали. Она вышла на рынок, и тут же там буквально в течение месяца ей сделали офер, и она вот перешла в другую компанию. Вот, поэтому не даем нашему синдрому самозванца мешать нам искать работу и развиваться. Обязательно. Дальше. Навык бизнесовых коммуникаций. Вот очень большая проблема у рекрутеров и то, на что нам нужно, правда, смотреть, то, чего нет в массовом подборе и что должно быть обязательно в IT-рекрутинге, это бизнесовость. Понимание, для чего бизнесу нужна эта позиция.
Даже в кадровых агентствах иногда такое бывает, что люди не знают, зачем у них открыта эта вакансия. Они неправильно называют человека. У меня вот буквально была такая ситуация, когда приходит заказчик, приносит вакансию, ты смотришь, это две разные вакансии. Либо это опять называется неправильно. Мы неделю ищем. Это не очень хороший пример, не надо искать неделю, пока мы не договорились с заказчиком, но тем не менее, мы ищем неделю, понимаем, что таких людей просто нет. Когда начинаем разбираться, начинаем снимать заявку, начинаем глубже копаться и понимать, что должен делать этот человек, какие задачи он должен закрыть, мы понимаем, что он называется по-другому, стоит, скорее всего, он по-другому, и вообще, скорее всего, это два человека. А теперь представьте, что мы бы этого не сделали, пошли бы его искать. Что бы мы получили? Мы бы получили пустой рынок, каких-то маленьких каких-то кандидатов в количестве, да, там, которые мы будем показывать. Заказчик недоволен, потому что мы не можем их найти, а мы ему просто не сказали, что он ищет не того. И вот умение задавать вопросы, понимать, зачем бизнесу нужен этот человек, и быть не с позиции снизу, что я пришел и такой, ну, пожалуйста, посмотрите моего кандидата. Вы наравне. Вы помогаете бизнесу. Если вы будете стоять и смотреть сверху, ну, пожалуйста. Или вы будете смотреть сверху и говорить, вообще-то на вашу вакансию никто не откликнется. Я вам скажу сразу. Да никто не будет с вами работать. Ну, как бы... В чатике с подружками будем так себя вести. Непрофессионально. Нам с вами нужно помогать бизнесу. Когда мы будем полезны для бизнеса, нас заберет любая компания. Если вы понимаете, что эта вакансия, например, должна выглядеть по-другому, возможно, называться по-другому, вы должны про это говорить. И навык это видеть, задавать эти вопросы, и подсвечивать, и продавать эту идею заказчику, это очень важно в 2025 году. Да, заказчик может не согласиться, а вы можете не согласиться работать с этим заказчиком. Вот такой круговорот. Подскажите, насколько вы согласны про навык бизнесовых коммуникаций, насколько вы, например, оцениваете у себя? Вот, Екатерина пишет, о да, я разработчик, порой примерно такие вопросы задают, можете ли вы разрабатывать для медицины, если человек знает технологию, то может для рабочей сферы разрабатывать. А, да, я абсолютно с вами согласна, Екатерина, это правда так. А, дело не вообще не в сфере. Ну, понятное дело, что может быть, вы знаете, когда, например, если могут спрашивать, есть ли у вас, например, опыт с e-commerce, когда нужно, чтобы вы понимали, как работает интернет-магазин и прочее, работа с оплатами, работа с платежками, вот эту историю можно спрашивать. Но в целом это странно, когда говорят, а можете вы нам разработать что-то для медицины? Понятное дело, что если это какое-то приложение, то это неважно, какая это сфера. Но если есть какие-то особенности, то, может быть, например, знаете, вот, например, какой-то справочник, да, медицинский, где обязательно нужно учет там, каких-то рецептур, понимание вот, особенностей сферы, что это не просто приложение, что там должен быть какой-то пользовательский путь обязательный. Но это вообще не про разработчиков, это про и про бизнес-аналитиков, и про проектов, и про продуктов тоже, которые должны этим заниматься. Разработчики должны разрабатывать. Вот. Поэтому, Екатерина, я тут с вами, конечно, полностью согласна. Так вот, навык бизнесовых коммуникаций, он обязательный. Поэтому, пожалуйста, если вы не думали в эту сторону, подумайте. И последний навык, который важно прокачивать, генерация и тестирование гипотез. Вы знаете, я вам так скажу. Рекрутер – это не только вот про профессию, это про мышление. Очень часто в рекрутинге просто заканчиваются кандидаты. Заканчиваются в кавычках, они не заканчиваются. Но на каком-то ресурсе их просто нет. Или они вам не отвечают. Или они отваливаются на каком-то этапе просто массово. И вот тут очень важно, насколько рекрутер может подумать, как еще можно поискать.
он генерирует какую-то гипотезу, он поменяет письма, он пойдет послушать технические собесы, может быть, там, я не знаю, их пугают, что их будут бить палками, и они не приходят. А может быть, им никто не говорил про СБ, и кандидатов это бесит в конце, и они просто не доходят дальше. Или, не знаю, им не говорят, что они на техническом собесе должны лайфкодинг делать. Лайфкодить. И, естественно, они негативят, такие, куда ничего, блин, что офигели. Вот. А, или, может быть, способы поиска новые, новые сайты для поиска, новые ресурсы, генерируют новые какие-то сорсинговые запросы. Вот это очень важно для рекрутера. Мы сегодня с одной из девочек, которая работает над поиском SEO в банк Колумбию, искали новые способы поиска. Тут явно не получится просто посмотреть HeadHunter. При этом человек должен быть русскоговорящий, готов релоцироваться в Колумбию навсегда, и при этом у него должен быть достаточно такой узкое знание, опыт в банках, я только на английском, к сожалению, в голове сейчас фраза из-за поиска. Ну, в общем, вы понимаете, да? Вот такая вакансия. Как можно не генерировать гипотезу? Без этого просто не получится ее закрыть. При том, что в Шри-Ланку, не помню сейчас, какие там другие страны и другие города, куда она закрывала, но, в общем, она их закрыла. Осталась только Колумбия. То есть, понимаете, и этот рекрутер, он будет востребован всегда. Потому что у него есть способы поиска, и никакая вакансия ему не является проблемной, потому что он такой, мы просто по-другому попробуем поискать. И самое главное, что он делает это вовремя. Не через полгода, когда вакансию не получается закрыть, а каждые 2 недели мониторит и смотрит, какая гипотеза сработала, какая нет, какое письмо дало большую конверсию, какая нет, на каком этапе воронка у нас начинает что-то ломаться и так далее. Вот это очень важно. Если вы научитесь контролировать свою воронку подбора, цены вам не будет на рынке. Правда. Это что касается того, что нужно прокачивать в 2025 году. Мы еще с вами сейчас поговорим, как мы можем это прокачивать. А я попрошу вас в чате написать, какой из этих 5 вам кажется нужно прокачать вам. Можно одну, можно несколько. Угу. 2,5. 1,2. Угу. Еще какие варианты? 1,2. У всех как будто такой хороший навык самопрезентации и продаж. Я прям радуюсь, на самом деле, если это так. Ну, у нас получается 1, 2 и 5 самые такие часто упоминаемые. Хорошо. Давайте на этом моменте остановимся, если у вас вопросы. Если вопросов нет, можно поставить минус. Если вопросы есть, обязательно пишите их. Так, вопрос от Катерины. Как не потерять качество оценки кандидатов, когда приходит больше 100 откликов? Ну, смотрите, здесь вопрос, как вы работаете с откликами. И качество оценки, мы с вами говорим про качество оценки на собеседовании. Я не уверена, что вы собеседуете всех 100. Здесь я бы в первую очередь смотрела, это очень хорошо, во-первых, что у вас есть 100 откликов, просто, возможно, нужно тогда в вакансии добавлять какой-то отсеивающий фактор, например, попросить какое-то ключевое слово написать. Знаете эти вакансии, где вы «прошу начать вас сопроводительное письмо» вот с такого-то сообщения. И тех, кто не начинает письмо, мы можем отсеивать, например. Это могут быть, например, вакансии джунов, полов.
да, смотрим на то, насколько человек внимательно читал вакансию. Но вы в любом случае не прособеседуете с человеком. Скорее всего, здесь вам нужно смотреть на резюме. И в первую очередь общаться с теми, у кого наиболее подробное описание своих задач. И с ними уже общаться. И уже качественно оценивать и задавать вопросы. Потому что по этим кандидатам меньше всего риск, что там какой-то бред будет неподходящий в опыте. Потому что очень часто у разрабов я вижу описание, писал код и поддерживал Legacy. Ну, сори. У меня 100 откликов. Мне это не подходит. Я приду к тебе сотым. Сначала я пойду к другим. Поэтому для того, чтобы не потерять качество оценки кандидата, во-первых, вам нужно либо, если это вакансии не лидовские, то сделать как-то, чтобы эти отклики были более релевантными на внимательность и, возможно, в вакансии дать чуть больше подробностей, которые обязательно. Обязательно отсматривать резюме на качество и уже с теми, с кем вы общаетесь, качество оценки тогда не будет страдать. Потому что, опять же, 100 откликов, здесь не может быть качество оценки, кроме как просмотра резюме. По резюме невозможно понять, если оно пустое, насколько человек вам подходит. Поэтому мы здесь смотрим только на резюме, которые нам подходят по описанию. И затем уже мы будем смотреть по остаточной позиции тех, кто откликнулся со странным резюме. Поэтому лучше введите себе статистику, введите себе какой-то показатель по наполняемости резюме, по подходящему резюме, по описанию внутренности. Возможно, статистика будет чуть другой. Где черпать информацию? Вот смотрите, вы задаете вопрос, он очень широкий. Где черпать информацию о чем? О собесах, о сурсинге, о вакансиях, о чем? Какие каналы, блоги про IT-рекрутмент можете посоветовать? Ну, смотрите, здесь я могу, например, посоветовать, у нас есть наш канал «Сорсинг как боженька», мы его ведем про сорсинг. У Отуса, по-моему, тоже есть канал, можно будет посмотреть про образование, про IT-рекрутмент. Я читаю канал Киры Кузьменко, я читаю Егора Яценко, у него есть свой канал, но это в основном сорсинг. Наши каналы тоже сорсинг как боженька, можно погуглить, ну, в телеге очень быстро. От HandFlow я читаю, подбор тоже хорошие ребята. То есть в целом, если вы будете вводить IT-рекрутмент, то там будет много чего интересного. Какие курсы можете посоветовать для прокачки всех этих навыков? Намек есть. Мы с вами как раз находимся на вебинаре к этому курсу. Я как раз, мы сейчас поговорим, как прокачивать, я про этот курс расскажу, и там в целом вы можете это все прокачать. Вот. Про тренды. Но смотрите, вообще тренд – это то, что происходит сейчас. Где вы можете черпать информацию про тренды? Находясь в рынке, вы можете обращать внимание. Это первое, но не основное и не единственное. Вы можете смотреть на новости. Что сейчас происходит на рынке? Кто уходит, да? Какая сейчас одна из самых таких больших трендов в IT? Это переход на отечественное ПО. По понятным нам всем причинам. Очень популярна информационная безопасность сейчас стала в айтишке. По понятным нам всем причинам. Очень стали популярны сферы роботикс и работы с автопилотами в машинах и так далее. Вот это все я понимаю, глядя на новости. На то, что уходят компании, на то, что сокращения, на то, что у нас блокируется куча сайтов, что, скорее всего, у нас будут аналоги российские. И
Это все, это в информационном поле. Это в новостях, это в пабликах в айтишных, в айти-рекрутинге, это в... Когда я смотрю на вакансии, я все это вижу. Я же вижу, что сколько вакансий появляется, какие рекомендуют. Я подписана на очень много разных... На ХХ я подписана, в телеге. Мне просто делают сборку каких-то вакансий, которые сейчас новые, актуальные. Вот. То есть вы про это можете читать в интернете. Еще очень хорошее — это разные инфлюенсеры, которые тоже про это говорят. Это и Езеля Насибуллина, это и Кира Кузьменко, это Отус на Ютубе и на других площадках. У нас очень много различных открытых уроков, которые мы снимаем по разным тематикам. Тут, кстати, тоже можно пойти посмотреть. И вебинаров тоже. Вот. Так, Дарья, вижу вопрос, есть ли у вас отдельный канал в Телеграме? Есть, но он про поиск работы. Он не про рекрутинг. Он как бы про рекрутинг, поиск работы в рекрутинг. Поэтому если нужно будет, я скину в чатик. А мы пока с вами пойдем поговорим про то, что можно сделать сейчас по тем нашим трендам, что, как это прокачивать. Смотрите, как прокачивать технический стек? Как это вообще изучать? Смотреть открытые интервью с разработчиками. Их очень много в видосах. Вы можете, посмотреть на Ютубе, вы можете посмотреть на других каких-то видеоплощадках. Вы можете пойти к самим разработчикам, пообщаться с ними, попросить их рассказать вам про какую-то технологию. Вы можете смотреть видео на разных тоже видеохостингах про какие-то технологии, про выбор технологий, может быть, про очень классно смотреть про то, как выбрать профессию, чем они занимаются. Для начинающих достаточно просто все рассказывают, тоже можно погружаться. Еще. Посещать технические митапы. Внезапно. Первый момент будет непонятно. Но вы пойдете послушаете, вы что-то поймете, что-то не поймете, пойдете с кем-то пообщаетесь, позадаете вопросы. Уже будет погружение. Это, знаете, как ездить в страны, где говорят на английском, вы же лучше начинаете говорить на английском, потому что вы постоянно находитесь в этой среде. У вас нет вариантов не говорить. То же самое с техническими митапами. Начинайте с простеньких. Начинайте с тех, ну, хотя бы про какие-то технологии, которые вам понятны. Естественно, если вы пойдете на митапы про девсекопсов, про ИБшников, про форензиков, то вы просто там потеряетесь, такие, господи, что происходит? А если вы пойдете, послушаете про фронтенд, про верстку, пойдете, послушаете про мобильные приложения, еще про что-то, будет попроще. Вы сможете задать вопросы, вы можете потом пообщаться, понетворкать. И, кстати, на технических митапах тоже можно законнектиться с какими-то прикольными разрабами, и тоже у вас уже будет какой-то пул в вашу копилочку резерва. И это сюда же, развивать нетворкинг. Потому что поиск работы через нетворкинг, он гораздо быстрее, чем в холодную. Когда вас могут порекомендовать просто какие-то рекрутеры в какую-то компанию, это супер. Если вас могут порекомендовать на каких-то рекомендательных площадках типа Refni или iRecommend.org, это тоже супер. И когда у вас есть вот такой ресурс, как рекрутеры, руководители подбора, которые знают, что вы рекрутер, что вы в поисках, в нужный момент они всегда смогут предложить вашу кандидатуру. Благодаря нетворкингу, благодаря вот этим рефералам, которые будут у вас в контактах. Я всегда даже на консультациях говорю, платите за это деньги. Скажите человеку, если я найду работу с помощью тебя, с помощью твоих рекомендаций, я тебе там, 5 или 10% отдам от моего оффера. Да, вы заплатите человеку деньги. Но как же он будет вас рекомендовать? Гораздо активнее, чем если бы просто попросили вас кому-нибудь представить или тогда, или что-то из этого. Вот. Поэтому подумайте об этом. Подумайте о том, классное упражнение, попробуйте выписать себе, каких рекрутеров из каких компаний вы знаете за айтишки.
И потенциально вы можете к ним прийти, пообщаться и сказать: блин, слушай, мне очень нравится ваша компания, я буду очень рад, если в будущем, если у вас откроется вакансия, мы сможем пообщаться. Попробуйте, посмотрите, кто у вас есть, кому вы можете прийти за рекомендациями. Возможно, эти люди кого-то знают, вы можете спросить у них. Поэтому обязательно подумайте, кто у вас в вашем списке потенциальных рефералов может быть. Изучать парсинг из кратных данных. Это и про автоматизацию поиска, и про ускорение, да. Я уже здесь не пишу про искусственный интеллект, потому что, если честно, мне кажется, что это уже тренд не говорить про искусственный интеллект, потому что все говорят про искусственный интеллект. Я не буду говорить, что вот нас заменит искусственный интеллект. Это все неправда. Рекрутеров не может заменить искусственный интеллект, но он может упростить нам жизнь. И здесь очень важно, чтобы вы изучали как скрапинг, так и парсинг данных. Это разные расширения, которые помогают вам быстрее собирать данные. Собирать данные, например, с телеграм-каналов. Просто выгружать себе с помощью расширения людей и потом смотреть по описанию, кому вы из них можете написать. Или тоже с помощью скрапинга делать очень быстро аналитику зарплат по HeadHunter. Или с помощью скрапинга вы можете собрать всех людей из сорсингового запроса в табличку, где будут все их LinkedIn. Супер ускоряет поиск и супер повышает ваш скилл и вашу цену как рекрутера. Конечно, учитесь автоматизировать сорсинг и другие этапы найма. Это важно, потому что если вы будете тратить очень много времени на операционку, на процессы, будет сложно выдвигать какие-то гипотезы. Поэтому подумайте, что из того, что вы делаете, вы можете отдать, например, чату GPT или гигачату в Телеге, например, или каким-то другим расширениям, которые могут упростить вам жизнь. Например, есть очень много расширений, которые встраиваются в звонок и делают потом стенограмму этого звонка. И вам не нужно сидеть и час печатать, о чем вы говорили. Вы можете просто взять текст, выгрузить нужные ключевые моменты и отправить заказчику. Это тоже автоматизация. Единственное, я вас очень сильно прошу, не злоупотребляйте автоматизацией сорсинга. Никто еще не создал автоматизатор по сорсинговым запросам, который бы работал идеально. Они все работают неправильно, неправильно используют операторы, неправильно используют ключевые слова. Это все приходится переделывать, поэтому с сорсингом здесь, конечно, возможно автоматизировать синонимы, когда вы как раз-таки берете, пишете, вам, например, нужно найти директора, и вы смотрите, какие синонимы есть у директоров. И там будут и руководители, и гендиры, и чифы различные. Да, если это маркетинг, то это будет CMO, Chief Marketing Officer и другие. Вот. Плюс можно автоматизировать сорсинг через поиск компаний-доноров. Например, когда вы просите написать вам 10 компаний, которые, например, на рынке Италии занимаются разработкой вот такого-то, такого-то. Ну, Италия, наверное, не очень хороший пример, у них не так много IT-хабов в целом, ну, вы поняли. И получаете список каких-то компаний, по которым можно будет потом поискать разработчиков. В общем, изучайте автоматизацию, изучайте сбор данных. Можете назвать расширение для протоколирования звонков. Смотрите, у меня TLDV, это платное расширение, и оно оплачивается с международной карты. Нужно посмотреть. Простите, я сейчас не вспомню, если мы говорим про российский, но у меня TLDV. Можно просто зайти в Google расширение и там написать либо стенограмма, либо описание звонков. Тоже можно будет там что-то найти. Но у меня TLDV, мне его хватает. Он делает запись, он делает то, о чем мы говорим, и там еще можно ставить тайм-коды. То есть вы ставите, и он на этом моменте тоже фиксирует, о чем вы говорили. Это хорошо помогает, если вы, например, должны видео скинуть заказчику.
вы ставите четкие тайм-коды, где он может что-то посмотреть. Вот, поэтому в целом можно бесплатно тоже попробовать, но там нельзя скачивать видео. Вот. Это что касается, как мы можем с вами изменить нашу стратегию поиска, что мы должны изучать прямо сейчас. Я бы хотела здесь подвести такой маленький итог и сказать, что все это зависит от того, куда вы хотите двигаться. Кем вы себя видите, как бы это страшно ни звучало, через 5 лет, да? Ну, хотя бы через год или через 2. Где вы хотите быть? Кем вы хотите работать? В какой компании? В инхаусе, в кадровом агентстве? Это финтех или гэмблинг? Или, может быть, вы хотите работать в геймдеве? От этого всего будет зависеть, с чем вам нужно работать. И, может быть, вам технические метапы вообще не нужны. Может, вы в геймдеве хотите развиваться. И тогда вам нужны геймдевские метапы. Не про разработку, про арт, про портфолио, про разные виды игр, как это все разрабатывается и так далее. Поэтому то, что вам учить, и то, что вам нужно изучать, какие навыки вам нужны, можно сказать только, когда вы поймете, где вы хотите работать. Поэтому подумайте в первую очередь об этом. Где вы себя видите, перейдя в новую профессию. Или, например, если вы сменяете вектор. Да? Если вы, например, работали 3 года в IT-рекрутинге, но вы работали, например, в аутсорсе, в какой-то заказной разработке, вы хотите перейти в ИБ, например. Или вы хотите перейти в разработку игр. Подумайте вот об этом. Потому что таблетки не существует. Идеального списка из 10 навыков, которые вы должны выучить, точно получить работу, нет. Есть навыки, которые будут нужны вашему работодателю, когда вы поймете, куда вы хотите идти. Но то, что эти 5 навыков, даже не навыков, а то, что нужно делать, точно помогут, это я вам могу сказать гарантированно. Поэтому посмотрите на них, подумайте, в чем бы вы хотели сейчас прокачиваться, и обязательно прокачивайтесь. Итак, еще один навык оценки кандидатов. Учитесь задавать вопросы. Учитесь совмещать вопросы. Учитесь задавать вопросы. Да, есть связки вопросов, которые мы задаем. Когда мы оцениваем честность, когда мы оцениваем правдивость ответов, когда мы оцениваем какую-то компетенцию или какой-то soft skills. Старайтесь не быть субъективными, старайтесь задавать несколько вопросов по-разному, просите приводить примеры, просите описывать вам кейсы. Старайтесь не влюбляться в кандидата сразу. И, естественно, только когда мы с вами ошибаемся, мы понимаем, что мы оценили что-то не так. Поэтому посмотрите обязательно на свои ошибки, которые вы уже делали, и обязательно перепроверяйте это в следующий раз. В моих рекомендациях все. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы с вами сегодня говорили про рынок труда в 2024, что он нам принес, что он нам подарил, что мы будем ждать в 2025 году, на что мы должны обращать внимание вообще в рынке и как мы можем сейчас поменять нашу стратегию, что мы можем изучать, чтобы быть в рынке и быть конкурентоспособными. Какие у нас есть выводы здесь? Естественно, рынок меняется. Нам нужно с вами подстраиваться и развивать необходимые навыки. Я вам крайне рекомендую в целом о подборе думать как работодатель. Очень часто кандидаты даже в сопроводительных письмах пишут, что вот, я хочу у вас работать, потому что вы вот это мне можете дать. Вот поэтому вы мне интересны. Но никто не пишет, почему вы должны быть интересны компании. Поэтому начните думать, как вы, может быть полезны. В чем ваш профиль для компании? И когда вы будете об этом думать, вам будет проще себя продавать и писать сопроводительные, и правильно продавать свое резюме. Ну и, конечно же, развивайте нетворк. Правда, чем больше он развит, тем проще он будет найти работу.
Сейчас хочу попросить вас заполнить опрос. Мы с вами еще поговорим про тот курс, который у нас совсем скоро стартует, курс IT-рекрутер. Я вам сейчас отправлю опрос в чат. Он, кстати, есть закреплен, если вдруг кто-то уже готов пройти прямо сейчас. Буду рада вашей обратной связи. Давайте расскажу про курс и про процесс обучения. Смотрите, очень важно сказать, что чем отличается ОТУС. Тем, что у нас обучение проходит в живом формате, по вечерам. То есть вы приходите, общаетесь и учитесь у реального человека. Все записи, занятия, все материалы у вас остаются навсегда. Нет такого, что вы заболели, не смогли пройти курс. У вас все будет в личном кабинете. Вы сможете к нему всегда вернуться. Если у вас будут вопросы через месяц, через 3 месяца, вы можете зайти в личный кабинет и посмотреть какой-то урок. У вас будут домашние задания. И, естественно, по каждому домашнему заданию преподаватель вам дает развернутый фидбэк. Не просто «молодец», так держать. Нет, развернуто, подробно, особенно, например, на блоке по сорсингу, который я веду, там невозможно дать коротенький фидбэк, там большое развернутое объяснение, как какой оператор лучше использовать и так далее. Поэтому это, конечно, очень ценно. Обязательно есть чат в Телеграме, где мы описываем, даем какие-то орг-моменты, где вы можете задать вопросы, что-то не поняли на уроке. Есть какой-то вопрос по допроширениям. Вы всегда можете прийти в чат, попросить, вам преподаватель ответит и скинет. Время на обучение у нас от 4 академических часов и обычно 4-8 часов на домашнюю работу в неделю. И, конечно же, программа обучения на курсе обновляется каждый запуск. Мы следим за тем, чтобы информация, которую вы получаете, была актуальна. В сорсинге это касается, в первую очередь, поэтому мы за этим очень тщательно следим. По поводу курса. Давайте расскажу вам про программу. Смотрите, мы с вами будем погружаться в IT-рекрутмент. У нас будет очень большой блок по профессиям. Мы будем общаться прямо с разработчиками. Они будут рассказывать вам про технологии, про инструменты, про разные роли в IT. Не просто с рекрутером посидеть, пообщаться, что там бывает, прям с реальными разработчиками, которые придут и вам будут про это рассказывать. Мы будем говорить про инструменты и методы работы IT-рекрутера. Мы будем говорить про поиск персонала, про подбор, про взаимодействие с заказчиками, про отработку возражений, что очень важно. Коснемся сорсинга в разных абсолютно его вариациях. Поговорим про международный рекрутинг, естественно, потому что кто-то из вас может хотеть работать и в международке. Поэтому этот блок тоже обязательно будет. И в конце обязательный проектный модуль, в котором вы будете готовить свою проектную работу и в конце ее защитите. Преподаватели курса. Со всеми этими преподавателями я знакома. Полина у нас руководитель. Она работает в RedMed Robot. Она сейчас senior HRBP. И если вы посмотрите, это, естественно, не все преподаватели. Их гораздо больше. Но, что важно сказать, мы все практики. Мы все практики, которые, извините меня, собаку съели на своей работе и готовы вас этому научить для того, чтобы вы не тратили время и иногда годы на танцы на граблях, а сразу посмотрели на наш опыт, на наши ошибки и уже применяли это в работе в своей нормально. Итак, давайте подведем итог. Мы с вами изучили тренды, поняли, что нас ждет в 2025 году, и, конечно же, поговорили, что нужно прокачивать. Поэтому для тех, кто спрашивал, какие курсы посоветуете, что изучать, я вам, конечно же, рекомендую наш курс. Мы стартуем уже 28 числа, то есть уже в этом месяце можете начать учиться. Длительность у нас 4 месяца, то есть в следующем году вы уже будете обладать теми навыками, которые хотели сегодня изучить, которые ставили циферки. Поэтому, пожалуйста, если вам нужен был знак, если вы сомневались, если вы не знали, то приходите, учитесь.
учитесь у практиков и, наконец-таки, осваивайте те навыки, которых вам не хватает. Это очень-очень-очень важно. Следующий открытый урок вам проведет как раз-таки Полина, руководитель курса, про сорсинг. Это будет у нас, хотела быстро сказать, день недели, но не скажу, 19 ноября. Обязательно тоже приходите. И мы с вами, прошу вас еще раз заполнить опрос, все сообщения читаем, все изучаем, и буду рада вашей обратной связи. Как вам наше сегодняшнее мероприятие, как вам вебинар, что вам было полезно, с чем полезным сегодня уходите, возможно, что-то открылось для вас, возможно, вы закрыли свою цель узнать что-то новое, может быть, про навыки узнали, про тренды узнали. То есть я буду очень рада, если вы поделитесь обратной связью в чате. Что все сегодня было не зря. Вот, Виктория пишет, спасибо большое, было очень полезно. Виктория, вам спасибо, что были с нами до конца. Вот, если вам хочется написать мне в личку, хочется пошептаться, пообщаться, либо вам хочется мой канал почитать, вы можете написать в техподдержку, они вам скинут мои контакты, и мы уже с вами пообщаемся. Так, ну что, если кто-то хочет еще поделиться обратной связью, что было полезно, то обязательно пишите. Если нет, то мы с вами пойдем отдыхать. Вот, Наталья, пожалуйста, рада, что вам было интересно. Надеюсь, это вам поможет в будущем перейти в IT-рекрутинг или прокачать какие-то навыки. Ну что, тогда я предлагаю завершаться. Всем еще раз большое спасибо за то, что нашли время сегодня с нами побыть и узнать для себя что-то новое. Всем хорошего вечера. Всем пока-пока.